Как реагировать на экстремальные условия? На этой неделе думали и белорусские силовики. Милиционеры, спасатели и представители КГБ провели военно-деловую игру по борьбе с терроризмом. Еще год назад такие учения в чуть ли не самой спокойной республике Содружества показались бы просто неуместными. Но все изменилось 11 апреля этого года, в день, когда произошел взрыв в Минской подземке. 15 погибших, сотни раненых. В организации и исполнении теракта обвиняют Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева. Обычные молодые люди с рабочих окраин, в общем-то, провинциального Витебска. Их мотивы, надо сказать, до сих пор не очень понятны. На неделе процесс по этому делу вошел в стадию судебных прений. Приговор же будет оглашен в конце месяца и грозит обвиняемым смертная казнь через расстрел. Во всяком случае, прокуроры требуют высшей меры. Между тем, противоречий в этом деле немало. Адвокаты, например, просят обратить внимание на то, что на теле Коновалова ни на его одежде не нашли следы взрывчатых веществ. Хотя, по версии следствия, он находился в этот день на месте взрыва.